Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Це включення з кулуарів в парламентський день. Отож, проаналізуємо, яким був пленарний четвер, принаймні головні його законотворчі акценти. Сьогодні все-таки Верховна Рада нарешті дала зелене світло закону про антикорупційний суд. 282 народних депутати проголосували в першому читанні, підтримали президентський варіант цього законопроекту. Далі робота за профільним парламентським комітетом. Зараз ми маємо можливість поспілкуватися з народним депутатом України Євгеном Дейдеєм. Я вітаю вас на нашому майданчику. Дійсно, закон проголосовано, президентський варіант, але є ще одна президентська ініціатива, яка зараз активно обговорюється. Це закон про національну безпеку. Наскільки важливо врегулювати і це питання сьогодні? Там, по-моєму, було 283 депутати проголосували, але це не столь важно. Касательно національної безпеки, я вважаю, це дуже важливий законопроект. Чому? Тому що це дает нам возможность исключить Россию как стратегического партнера. Второе, это дает нам, исключает абсолютно возможность размещения в Черноморском бассейне российского флота. То есть это нас еще больше приближает к НАТО. Это для нас немаловажный шаг. Плюс еще там есть такие моменты, как замминистра, это будет уже гражданская должность, потому что я считаю, что в нашей стране и так сильно много генералов, которые не умеют воевать, а которые сидят в кабинетах и ничего не делают. И плюс еще тоже одним из самых ключевых моментов это то, что прозрачность закупок перед общественностью Министерства обороны еще больше увеличивается. То есть таким образом это дает нам уменьшение коррупции, дает нам меньше паркетных генералов, и это приближает нас ближе к партнерству со странами НАТО и вообще с... В контексті національної безпеки варто і розуміти, що є багато викликів всередині самої країни. Зокрема, нещодавно такий серйозний резонанс наробили національні дружини і зразу заговорили про приватні воєнізовані армії. І правове врегулювання потребує і цей момент. Звісно, ми зараз розробляємо з моїми колегами і привлекаємо ще іноземних експертів, привлекаємо експертів із США і експертів із НАТО, для того, щоб вони нам допомогли в розробці законопроекта о частных военных компаниях. Это, я считаю, очень важным законопроектом для нашей страны, потому что мы по итогам нашей войны, которая уже длится уже 1400 чем-то дней, вот я не помню точно. Но уже подрахували, что больше, ніж Друга світова. Конечно. То есть, исходя из этого, мы получаем очень много демобилизованных, мы получаем очень много ветеранов, которые, кроме того, как воевать, и того, как научились воевать за 4 года, ничего не умеют. И это дает возможность им нормально себя реализовать в военной профессии, нормально, достойно получать заработную плату и содержать свои семьи. Частная военная компания – это необходимый закон для нашей страны. Это тот закон, который бы помог бы нам спасти в свое время Крым, который помог бы нам спасти в свое время Донбасс. В принципе, Крым у нас забирали по такой же самой схеме, понимаете как? Когда была частная военная компания Вагнера в России, которые а-ля зеленые человечки, вроде для общественности их там нет, понимаете? А по суті, то есть, как бы они есть. Но частная военная компания, она не отвечает перед... Про приватні і воєнізовані компанії, мова йде саме приватні, такий робиться акцент. Що означає приватні для України і який державний контроль за ними має зберігатися? Тот законопроект, який розробляємо зараз ми, он, я думаю, будет самый актуальный, потому что я вроде как бы слышал, что после того, как мы анонсировали уже наш законопроект, очень появляется много плагиатов, что нет, и вот и мы, а вот и мы. Но на самом деле мы подходим к этому законопроекту не как популистическому, как большинство законопроектов в нашей стране сейчас голосуется и разрабатывается. Частная военная компания, она, во-первых, 49% будет контролировать государство. Очень много решений будет приниматься с согласованием государства. То есть... Підпорядкована вона буде якомусь відомству державному? От, наприклад, національні дружини себе позиціонували, як ніби вони підпорядковані МВС. Насправді там не зовсім так. А як це має прописано бути в цьому законі? Ми зараз розробляємо, ми думаємо, либо це буде непосредственний отчет перед президентом, либо перед кабінетом міністрів. Тому що конкретно відноситися к там, Міністерству оборони, либо Міністерству МВД, це неправильно. Ну і президенту теж, в принципі, давати можливість президенту мати свою карманну армію, теж ми, от у нас зараз йде на це. Ну, по этому поводу дискуссия. Кто-то, я, допустим, против, чтобы она там подчинялась одному человеку. Я за то, чтобы она подчинялась, ну, как не подчинялась, а хотя бы вот эти 49%, они имели отношение к кабинету министров, для того, чтобы это было коллегиальное решение. И 51% это, конечно, будет в частных руках. Я считаю, что страна должна будет контролировать выполнение выплат потом, ну, естественно, раненым там и так далее, ветеранам, те, которые служили уже в ЧВК, потому что ЧВК обязана будет потом взять на полный пакет обеспечения семьи военных, те, которые воевали за эту компанию, те, которые
плохом случае 200-й, либо 300-й, я считаю, что они обязаны будут до конца жизни содержать их и их семьи. Это одно из ключевых моментов. Так же самое мы видим, что если наше государство не справляется с таким количеством ветеранов, которые вышли после того, которые воевали после страны, чтобы дать им работу, элементарно, чтобы они хотя бы могли себя прокормить. Эта военная кампания, этот закон, он решит эту проблему. І рішить проблему із соціальним обезпеченням. Дійсно, питання складне, але це потреба часу. І оскільки вже розпочались такі серйозні дискусії з правового регулювання, я думаю, це на плюс. Дякую вам, Євген Дейдей, народний депутат України, був гостем нашого ефірного майданчика. Дякую за увагу глядачам. До зустрічі.